Добрый вечер, дорогие друзья, братья, гости. Я рад поприветствовать вас на финале Гран-при Ахмат. Действительно, сегодня проходят интересные бои. Я вижу, что нам всем нравится. Как я вчера говорил, мы проводим настоящие, показывая дух воинские бои. А наши западные клубы проводят шоу, как артисты. Как я говорил вчера, они боятся российских бойцов, в частности, кавказских, чеченских. Поэтому мы еще раз говорим, да здравствует Россия. Они нас хотели задавить на Олимпиаде, придумали всякие допинги. И сейчас придумают всякие чушь и ерунду, чтобы не дать нашему Тайсумову, Хабибу Нурмагомедову. Там, всякие придумают интересные там, небылицы, там, чтобы не дать чемпионские бои. Почему? Потому что у них интерес зарабатывать деньги, а не проводить настоящие бои. У них нету настоящих боев, никогда не было у них. У них бывают придуманные актерские шоу, у них бывают Макгрегоры. Они то выигрывают, то проигрывают. Чтобы зарабатывать побольше денег, они издеваются над людьми. А мы показываем настоящие бои. Ребята, я вас очень люблю, уважаю. Спасибо вам.